Всем привет! Ты на канале Лепкаок. И сегодня я буду лепить скибиди на колесах и летающего скибидиста НЛО. Скибиди-машина – это второстепенный антагонист в сериале «Скибиди-туалет», который появился в эпизоде 61. Представляет из себя серый унитаз с человеческой головой. В отличие от обычных скибиди-туалетов, у него есть колеса, за счет чего он может передвигаться очень быстро. Также у него есть две закрепленные циркулярные пилы по обе стороны корпуса. А это 10 подписчиков из прошлого видео. Ребята, вы молодцы, что первыми верно посчитали черепа. А мы продолжаем. Это второй скибидист, который передвигается на колесах. Первым был скибиди-туалет-разведчик. Скибиди-машина может передвигаться после попадания в него из парализующей винтовки, но контролировать свое передвижение не может. Хочешь попасть в видео? Тогда ставь лайк и посчитай, сколько круглых пил появится в этом ролике. А я выберу первые 10 правильных ответов. Присоединяйся к моей группе в Telegram, сканируй этот QR-код и попадай в творческое сообщество по лепке, где я иногда общаюсь в комментариях с подписчиками. Always alone.
Летающий сверхбыстрый скибиди-туалет или НЛО-туалет. Это один из представителей астротуалетов. Впервые появился в 53-й серии. Это не доказано, но у него есть способность телепортации. Без черного дыма, как ТВ-мены. Вторая теория о том, что он просто умеет очень быстро передвигаться или искажать время. НЛО похож на скибиди-пилу из 48-й и 49-й серии. На голове у НЛО черный шлем с цилиндрами. Вокруг унитаза крутится много красных прямоугольных, похожих на взрывчатку предметов, закрепленных с помощью железного обруча. В нижней части корпуса есть пушка, которая с легкостью может убить агента одним выстрелом. А если ей дать время на подзарядку, то выстрела хватит, чтобы убить Титана. Последний раз мы видели НЛО в 60-й серии. Там он вместе с другим астроскибидистом хотели убить Джимена. НЛО с напарником скрылись в тумане, и в сериале они больше не появлялись. Если знаешь более новую информацию об этом персонаже, напиши ее в комментарии. Вот такие скибидисты у меня получились. Напиши в комментарии, кто понравился больше всего. А еще не забудь поставить лайк под этим видео и подписаться на мой канал.